Добрый день, дорогие друзья! Цель данного видео – дать вам главную суть бизнеса в ЛР. Мы увидим бизнес ЛР изнутри. Прежде чем заходить вот в этот вот внутренний кабинет, я хочу вам дать свое видение этого бизнеса. Наверняка вы знаете, что такое магазин «Метро». «Метро» очень похож на другие супермаркеты, такие как «Карусель», например, там «Магнит», «Пятерочка». Единственное, что в «Метро» закрытый доступ. Вы не сможете ничего там купить, потому что у вас нету доступа в этот магазин. Но когда вы открываете себе номер, Метро дает вам карточку, вы получаете доступ в этот магазин и имеете возможность покупать там продукцию со скидкой. Знаете, в ЛР примерно та же схема. Вот сайт нашей компании. И посмотрите, вот я сейчас нажму на вход для партнеров. Вы здесь увидите, что у нас с Ольгой есть номер, и мы по паролю можем войти в наш личный кабинет и сделать закупки через интернет-магазин ЛР, либо можем с этим номером прийти в физический магазин, вот в Казани, он уже есть в Москве, в Санкт-Петербурге и в ряде других городов, и покупать по этому номеру там продукты со скидкой. Но ЛР очень выгодно отличается от других магазинов. Каким образом? Вот, допустим, я информацию про Метро узнал от своих друзей. Они сказали: «Руслан, есть классный магазин для предпринимателей, ты оформляешь там номер, получаешь карточку и имеешь возможность покупать там со скидкой». Что я сделал? Я купил. Но посмотрите, мои друзья не заработали ни копейки, потому что Метро не платит деньги за то, что вы скажете своим друзьям: «Это классный магазин, идите там покупать». Метро платит деньги рекламным агентствам и пиарится по-другому. ЛР работает не так. ЛР платит деньги за то, что вы даете информацию о продукте. То есть, если по вашей рекомендации люди открывают номера и начинают ходить в этот магазин, ЛР платит вам денежку. ЛР платит денежку, потому что для ЛР это способ рекламировать. То есть, вы здесь и я здесь, все заинтересованы в том, чтобы дальше давать информацию. Причем, обратите внимание, продажи не происходят. Просто все эти люди ходят в магазин. Продажа — это всего лишь один из способов зарабатывания. Причем не самый такой главный, то есть здесь не заработаешь больших денег. Что же происходит дальше? Вот обратите внимание. По нашей рекомендации начинают пользоваться, например, 5 человек. Мы зарабатываем вот такую сумму, например, да, там 1500 рублей. Но у этих людей тоже есть круг знакомых, и мы просто открываем всем номера. Мы даем доступ в этот магазин. Мы даем доступ в магазин знакомым наших знакомых, да, и получаются вот такие вот большие суммы. Хорошо, давайте я вам покажу, как все на самом деле выглядит. Так, мы сейчас зайдем во внутренний кабинет. Вот еще раз покажу, да, то есть у нас с женой есть номер. Мы можем сюда зайти, вот я нажимаю на вход и попадаю в свой внутренний кабинет. Так, вы видите, что здесь поменялась цветовая гамма. Обратите внимание, вот это вот внутренний кабинет партнера. Под определенным номером здесь вы можете делать покупку, нажав на кнопку «Онлайн-магазин». Но нам интересен сейчас другой раздел. Давайте я вам покажу людей, которым когда-то мы открыли номер, да. Вот здесь есть еще другие разделы, вот, например, онлайн-регистрация партнеров. То есть вы сами можете открывать номера прямо через интернет. Так вот, например, у меня есть партнеры даже в других городах. Но для тех, кто не силен в интернете, ничего страшного. Вы можете распечатать бланки и спокойно открывать номера просто на листочке. Итак, зайдя сейчас в мой подробный отчет об обороте. Так, вот я сейчас зашел в свой, значит, отчет. Давайте посмотрим на мою структуру. Вот здесь видно, что вот кто эти все эти люди? Это люди, которым мы когда-то открыли номер. Вот когда-то открыли вот этому партнеру, потом открыли когда-то вот этому партнеру, да? То есть все эти люди по нашей рекомендации открыли номер и начали пользоваться. Но более того, мы начали помогать делать то же самое. Вот если мы сейчас нажмем, например, вот, ну, на вот этого вот нашего партнера, то мы увидим, что он тоже, посмотрите, видите, чем он занимается, он тоже открывает другим людям номера. И мы в этом ему помогаем. Нам это выгодно, потому что растет и наш товарооборот тоже. Нам выгодно, чтобы вы зарабатывали тоже деньги. То есть после таких рекомендаций создается групповой товарооборот. То есть мы лично дали информацию там нескольким десяткам людей, но с помощью них мы построили большую организацию в несколько тысяч потребителей. Итак, давайте я вам покажу деньги. То есть сколько магазин ЛР платит за то, что мы создаем поток покупателей. Вот здесь есть вкладка «Сервис».
И вот видите, есть подраздел «Бонус онлайн». Я сейчас нажимаю на него, и мы попадаем в расчет доходов. Вот посмотрите, здесь за все месяцы представлены доходы. Давайте я вам покажу свой доход, например, за первый месяц. Вот давайте, вот, значит, сентябрь 2011 года. Мы скачиваем чек. Сейчас я это дело все открываю. Открывается PDF-файл. Так, отлично, все открылось. Но здесь видно, что в самом начале мы пригласили там трех человек и получили такой вот не очень большой доход. То есть первые доходы небольшие, потому что небольшой товарооборот. Хорошо, идем дальше. Ну вот, например, посмотрим, как развивалось дальше дело. Вот через 4 месяца, декабрь 2011, мы уже от компании получили Volkswagen. Сейчас катаемся на Мерседесе, открываем наш декабрьский доход. И здесь видно, что мы уже побольше людей пригласили. Обратите внимание, у них тоже есть уже товарооборот. То есть мы помогаем им тоже строить бизнес. Это тоже люди начали уже зарабатывать. А мы заработали за декабрь уже почти 70 тысяч рублей. Я хочу сказать то, что первые доходы небольшие, но потом вы начинаете уже зарабатывать серьезные деньги. Ну что ж, давайте посмотрим наш семейный последний доход за ноябрь. Давайте вот я скачиваю наш ноябрьский доход и открываем PDF-файл. Отлично, вот он. Ну, видно, что мы очень уже так побольше людей уже пригласили, да, то есть у этих ребят тоже есть товарооборот. Причем вот давайте я сразу скажу, что вот это вот наши самые первые партнеры, то есть вот они, да, сейчас я их тоже обведу, они уже зарабатывают почти 200 тысяч рублей в месяц. Двое из них катаются уже на Мерседесе. И вообще вот здесь во всей структуре много людей, которые зарабатывают 50-70 тысяч в месяц, да, 100 там с чем-то тысяч в месяц, и уже катаются на Volkswagen. Здесь более 40, я думаю, около 50 людей во всей организации, которые катаются на своих Volkswagen, вот, которым оплачивает ЛР. И посмотрите, вот наш доход составил 370 тысяч рублей в месяц. Вот, конечно, такой доход нас очень порадовал. И, соответственно, видите, мы здесь зарабатываем деньги и помогаем другим зарабатывать. То есть мы вас очень заинтересованы. Поэтому обязательно сейчас позвоните человеку, который вам дал это видео, показал вам эту информацию, и он ответит вам вопросы по продукту, по другим нюансам бизнеса. Пока-пока, друзья, удачи!